Приветствую зрителей своего канала. Предыдущее видео было «Нашли причину. Порванный ремень». Машинка Indesit WEUN105. Обычная, ничего здесь такого нету. Поставил, видите, эту. Все вымыл, все. Сейчас будем смотреть ремень. Алло, гараж, все жарит картошку. Тьфу, заело. Надо картошку эти жарить. А я тут ремни меняю. Так, теперь бы разобраться, какой ставить. В общем, смотрите, суть в чем. В магазине стоит сразу, вышел на Авито первым делом, позвонил в магазин, и продавец говорит, да, говорит, проезжайте, 1000 рублей будет стоить. Ну, они стоят, так скажем, 800 рублей, насколько я знаю, по старой информации, там где-то 5-летние, может быть, даже и побольше. Вот, смотрите, в общем, как проверяется, в общем, замеряется ремень. Вот он, видите, тут, получается, пережало его. Пережало, передавило. Вот он. 5 лет прослужил, ничего страшного. В общем, суть в чем. И, да, и, кстати, была с ней поломка где-то год назад, так как я сам стирал и положил много порошку. И получается, то есть из-за порошка она не сливала воду. Абсолютно не сливала. Я позвонил мастеру. Мастер оказался добропорядочным. И он сказал, вы сами можете устранить проблему. То есть эта вот канализация была пеной вся забита. В общем, отключил канализацию, ну, слив, туда налил воды и как бы все. Вот единственное. Но и сделал я выход сюда больше, то есть 50 сантиметров. А до этого сразу у меня была прям в канализационную трубу шланг. Все, суть не в этом. Смотрите. В общем, вот так вот я, получается, пополам сделал, да? И замерил вот это вот расстояние. Вот оно. Получается, в общем, 59 сантиметров вышло. 59 сантиметров. Этот, то есть это 118. Этот ремень 117, мне сказали. Смотрите, что я сделал. Я, в общем, взял вот так вот. Даже сейчас вот мы посмотрим. То есть, подходит ремень или нет. Видите, прям вот четко вот так вот все. Сейчас делаю. То есть, вот прям ровненько сейчас. Смотрите, я вам сейчас покажу всю информацию полностью. А, так он сейчас это не получится. Ладно, сейчас попробуем пока так сделать. Так, вот так вот все плотно. Плотно, да? Вот. Видите, да? Вот так вот все. В общем, получается, что ремень написали мне в комментариях правильно. Сейчас уже не запоминаю, кто написал. Он, получается, растянулся и слетел. Реально, то есть слетел, потому что машинку я эту именно вот так вот немножко наклонил сюда и туда задвинул. И он реально, то есть, получается, слетел с барабана. Зажался, видно, и перетерся. Вот, видите, получается, так, смотрите, что у нас получается, сейчас я вам немножко по-другому тогда покажу, так, давайте даже вот так вот, смотрите, я сейчас делаю, чтобы замерить, да, вот ровно все, чтобы было, прям вот, чтобы было все четко, а то сейчас напишут в комментариях, что что-то я неправильно тут делаю, все делаем. Все делаем все правильно. Так, это у нас идет вот так вот. Вот так вот. Так. Так, нет, в общем, что я тут
делаю. Смотрите, ситуация в чем. Вот, взяли, неважно, вот взяли, допустим, да? Вот. Вот так вот, смотрите. Сейчас будет информация полная. Информация, еще надо ставить ремень. Вот, видите, без всяких, без всякого, без всего. Вот тут вот все ровненько получается у нас. Вот. Вот так вот мы замеряем ремень. Еще вечер, сейчас уже 9:30. Хорошо тогда. Приехал, то есть мужик вышел, я его спросил, я говорю, вы на Алике ремни или по интернету заказываете, то есть получается. Ну, он, конечно, промолчал, с чего он будет контору палить. Смысл ему, зачем это надо. Вот. Вот видите. Вот видите. Смотрите. Смотрите, что я вам сейчас покажу. Вот. Вот еще давайте. Вот. Насколько он растянутый. Насколько он растянутый. В общем, я замерял, вышло 2 сантиметра. Ну вот, то есть 2 сантиметра реально. То есть на 2 сантиметра растянутый ремень был. Вот такая ситуация, ребятки. Так, все. Ну, я этот выбрасывать не буду. Если честно, его можно внешне, реально, кстати, обрезать вот здесь ровненько так. И прям сверху плотную такую латку нанести. Я его оставлю в дальнейшем, в случае чего, если нечего, так скажем, да, будет видео снимать, то пробное видео попробовать, по крайней мере, можно. Так что пишите в комментариях, чем, как можно это все сделать. А сейчас пока мы будем все устанавливать. Шурупчики теперь упали. Сейчас, может, похожих таких... такие найдем. Так, ну в общем, смотрите, суть в чем? Суть в том, что так, а ремень, кстати, у нас как был-то? А, вот этой ребристой надо вовнутрь. Я сейчас попробую прямо вот так вот подцепить как-нибудь. Там же что-то должно быть, какой-то там вал, да, или что-нибудь такое. То есть должна быть какая-то информация. Сейчас, конечно, в данный момент у меня мало информации. Не могу вам так вот прям вот точно все сказать. Вот так вот можно пошурудёнкать вот туда. Там что-то должно быть. Это что такое? А, это открылось. Ничего страшного. Сейчас закроем. В общем, смотрите, вот так вот пошурудёнкать. И вот оно должно там зацепиться, но оно не зацепилось. Не зацепилось. В общем, смотрите, ладно, выпущу это видео для своих подписчиков, посмотрим. В общем, как правильно измерить ремень тогда, да? Назовем его ролик. Пишите в комментариях, как лучше назвать. Придется снимать вот эти вот шурупы. Смотрите, я вам сейчас покажу, что я сейчас буду снимать и как я буду уже устанавливать, чтобы была информация у вас. Ребята, информация, смотрите, какая. Надо раскрутить этот шурупчик раз, да? Дальше пошли. Вот это два. Ну, это все без проблем будет. Так, это что тут такое? Вот это три, да? Самый сложный будет... Надо будет снова отодвинуть машинку и раскрутить вот этот дальний шурупчик. Видите, как он далеко находится? Вот он где находится. Он где-то вот, вот знаете где? А, вот он, вот он. Вот он, вот этот самый дальний. 4. Потом получается... Вот этот вот шурупчик у нас будет. 5. И вот 6. И все. Вот такие, ребята,
Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч. Заходите в плейлист. Там видео есть много всего интересного.